Традиционно в летний период снижается количество звонков, поступивших на прямую телефонную линию, которая каждую субботу работает в исполкомах страны. При этом неизменными остаются вопросы, относящиеся к сфере ЖКХ и благоустройству на различных территорий. А вот обращений по поводу состояния и ремонта дорожной сети стало меньше. Это связано в том числе и с тем, что в этом году решению проблем с дорогами уделили особое внимание. Например, ямочный ремонт дорог был произведен во многих дворах. Что примечательно, не только с просьбами, вопросами и претензиями обращаются на прямую телефонную линию. Свои предложения, нередко весьма рациональные, вносят граждане. Все они фиксируются и без внимания не остаются. Есть в городе и стратегические точки, такие как историческая часть центра Гродно. За ее обустройством и реконструкцией очень внимательно следят на разных уровнях исполнительной власти. Считают важным соблюсти баланс, ввести в хозяйственный оборот то или иное здание, провести реконструкцию, довести его до современных стандартов и вместе с тем не потерять изначального облика здания и его культурной ценности. Очень много работ проводится в исторической части, в центральной части исторического города Гродно. Сегодня на контроле находится порядка 50 объектов на разные стадии, от проектирования до строительства и реконструкции. Мы понимаем, что это наше туристическое достояние, то место, которое больше всего привлекает туриста, поэтому и довольно много уделяется внимания вопросам, которые связаны с благоустройством исторического центра.